Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор Шиалоа Баттер. Французские косметологи соединили чесночное масло миндальной косточки с ценнейшим баттером Шей, добавив к этому экстракту иголочки алоэ. Смесь получилась нежно-зеленого цвета, легкая и питательная. Хорошо смешивается с другими маслами и косметическими компонентами. Из-за невысокой температуры плавления очень быстро впитывается под кожу, не оставляя следов. Свойство применения таково. Баттер алоэ – один из немногих баттеров, которые можно использовать для кожи в чистом виде. Он разрешен в Европе для детской косметики. Применяя его для восстановления гидролипидного баланса, можно немного спушить масло миксером, и нежнейший уход за кожей обеспечен. Так как баттер Шиалоа легкий по консистенции, его можно эмульгировать в холодных эмульсиях. Легко смешивается и подходит для кремов и гелей. В косметике ручной работы его часто используют для бальзамов для губ, от трещин. Также он ускоряет регенерацию клеток и входит в состав мазей от ссадин и порезов. Баттер Шиалоа косметики для солнца защитит вашу кожу и сделает загар более ровным. Можно использовать его как дополнительное масло в мыле с нуля, а также с готовой мыльной основой. Вот в таком баночке мы отправляем Шиалоа Баттер нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!